Есть такая фраза, мол, не изобретать велосипед, уже все изобретено. А в велосипедном мире все изобретает, изобретается новые и новые велосипеды, и сейчас огромная разновидность. Я вам хочу сейчас показать просто удивительную модель велосипеда, у которой особенное назначение и которая очень сильно отличается от других велосипедов. Это такой велосипед, называется Стрида. Его отличие прежде всего в том, что он складной. Сейчас я чуть позже расскажу, покажу, как он складывается. А помимо того, у этого велосипеда вместо цепи ременная передача. Такая же самая передача, как находится в автомобиле. Ну, напомню для велосипедистов, те, кто не знает, не велосипедистов, что цепь на велосипеде обычно выхаживает 1000 километров. Через 1000 километров цепочку желательно менять, для того, чтобы она потом не изнашивала звездочки. И к тому же еще цепочку нужно смазывать. Но ориентировочно кажется, что там 60-50 километров, в зависимости от условий. А на этом велосипеде этот ремень смазывать не надо и прохаживает 40 тысяч. Поэтому это огромное преимущество у этого велосипеда. Он очень легкий. Сиденье на велосипеде опускается, поднимается. Вот так оно фиксируется. Быстро. Но здесь такой угол, что не надо сильно поднимать или опускать. И высокий, и низкий человек может чувствовать на этом велосипеде себя комфортно. Сейчас я продемонстрирую, как этот велосипед интересно разбирается и быстро довольно-таки разбирается. Значит, у него складные педали. Придавили, собрали педали. Вот, складной руль. Довольно-таки быстро все разбирается. Вот. И самое главное, как быстро разбирается рама. Вот все, у нас велосипед собран. С таким велосипедом его легко положить в автомобиль. С ним можно легко проехать в общественном транспорте, а тем более в электричке, чтобы потом с электрички добраться до своего участка. Вот такой классный велосипедик. Ну, к тому же он не очень тяжелый. Вот. В обратном порядке сейчас я его и соберу. То есть ориентировочно нужно 30 секунд, чтобы велосипед собрать, не торопясь. Все, велосипед готов к эксплуатации. Вот такой вот интересный велосипедик.